Бокер Тов, дорогие друзья, доброе утро. Мы начинаем наш третий урок понедельника главе Торы Цав. Сегодня речь пойдет о хлебном даре. Говорится, что человек приносит хлебный дар в храм. Допустим, жертва идет за заповеди, которые называются повеление. Значит, это если в случае животного оно сжигается полностью, кроме шкуры, а также если это птичка, тоже сжигается все. А вот что касается хлебного дара, здесь закон другой. Человек принес хлебный дар, и его сжигают только небольшую часть. То есть берет коин горсть, которую может зачерпнуть тремя средними пальцами, и с ароматной смолой и с оливковым маслом небольшая поминальная часть сжигается. Остальное священнослужители обязаны есть. Для принесшего это очень большая честь, что именно священнослужители будут есть от его хлебного дара. И так искупается вина человека, если он не выполнил какую-либо из предписывающих заповедей. Мы еще раз говорим, заповедь делится на делай и не делай. Делай — это заповеди предписывающие, и не делай — это запреты. Но если мы рассматриваем жертву коина, если коин принес, священнослужитель приносит свою жертву, совершил какую-то ошибку и приносит, то в данном случае весь его хлебный дар, который он приносит, сжигается полностью. Нельзя его есть. Ни в каком случае эту жертву есть нельзя. Коин принес, его сожгли полностью. И написано, если осталось что-нибудь от этой жертвы до утра, то коины виновны в том, что нарушили повелительную заповедь Торы. Вот настолько этот закон строго об этом говорит. Если коин обязан это сделать, то если, допустим, дочь коина ошибется и принесет эту жертву, то отделяется поминальная часть от этого хлебного дара. И как написано в книге Сефер Хахинух, отдельно сжигается и остальная часть. То есть не так, как у коина, как какой-то другой закон. Так написано. Трудно понять, почему так. Ну, в общем, вот так. То есть пишется, что закон для коина один, а для его дочери закон другой. То есть это его дочь не обязана также приносить хлебный дар. То есть законы отличаются. Это повелительная заповедь. Такая же заповедь, как, допустим, заповедь, что если живут братья вместе, и один из братьев умер, а детей у него нет, то второй брат обязан жениться на его вдове. И это предписание Торы, вот так же, как хлебный дар, это именно предписание. Так сравнивают наши мудрецы, что это именно предписывающая заповедь. На сегодня наш урок заканчивается. Пусть закончится и эта страшная война. Урок был дан за поднятие души. Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Лев бен Шмуэль, Хая Малка бат Йосиф, Мира бат Авраам, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Борис бен Мария, Светлана бат Клара, Анна бат Ривка, Полина Перл бат Соня Сура, Женя бат Ида, Лена бат Клара, Анна бат Елена, Евгений бен Софья, Двойра бат Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бат Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бат Ита, Ицхак Шимон бен Бейла Мотл, Фира бат Анна, Гитл бат Мирьям. За хороший дух Арона Рье бен Двойра, Денис бен Нахум, Авигаль бат Сара. Всем всего самого наилучшего, до следующих встреч.